Юлити придумывать себе оправдание водитель автомобиля не стал. Вместо этого он просто сразу предложил патрульным деньги. Я вам вот даю 4000, даю и все. За что вы даете 4000? За то, что я выпивший. Был вчера выпивший. Несколько раз, честно предупредив водителя об уголовной ответственности за дачу взятки, полицейские оформили протокол и доставили подозреваемого в отдел. Из простого пьяного водителя он превратился в подозреваемого в совершении уголовного преступления. В настоящее время дознавателем пункта полиции по Новодугенскому району межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Мелкое взяточничество». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, это лишение свободы на срок до 1 года.